Итак, уважаемые, всем привет, продолжаем Dark Souls. Бля, я только что понял, что вот эта лесенка, по которой я спустился сюда, она ведет, вы видите, куда, в какие места прекрасные, блядь. Сука, я думал, я это место уже прошел. Нет, меня сюда же и вернули. А я, главное, загружаю, думаю, что за фигня, блин. Почему, как бы, я оказался на том же самом, сука, месте. Куда я? Гражданин, иди сюда. Да ты, мать твою, пидорас, блядь. Тихо, тихо, тихо. Не кипишуй, не кип... Да твою мать ты. Ой, бля! Падла, а? Сука, блядь. Нифига. Они поживучие стали, как я посмотрю. Эти мобы гребаные. Ну, давай, пидорасина, атакуй. О, хорошо, я его зацепил. Так. Да ты помаши, помаши, детка, помаши. Клюкой своей, ёпт. Эй, твою мать. Ай, бля, нихуя себе. Ты чё, опух, урод, блин? Подлечимся чутка, то здесь не пройдешь. Значит, вот сюда надо. Надобно. В таких местах, честно говоря. Здесь еще одна, я помню. О! Ай, блядь! Сука, отравил, урод! Ублюдок. Ублюдок ёбаный. Хуй там плавал. Сука! А, чё, я выжил, что ли? Ха-ха-ха. Нифига, я думал, я сейчас подохну. О, человечность, кстати. Человечность очень, кстати, в этой игре. Так, блядь, там наверху дракоша. Мне к нему, честно говоря, вообще ни хрена не охота. Вот, я было подумал, что... Так. Оп. Уезд нежити, ёпта. Да пошел ты в жопу. Блять, да что ж... Вообще, что-то я... Знаете, такое ощущение в этой игре, что вот чуть-чуть, блядь, не поиграешь, и все, и уже... К хуям скилл теряется, блин, и начинаешь делать какую-то лажу. Хотя вроде играл ты только вчера. Так, мне вот тут... Вообще ни хрена не нравится персонаж, блядь. Иди сюда. О, блядь. А они сюда, я смотрю, все метнулись. Так. Да, ну, в общем, и по-прежнему я могу сказать, что... Тихо. Оп. Пиздуй. Пошел в жопу. Так. Подлечимся. Фляг осталось, конечно, совсем мало. Причем, если сейчас уйти назад и восполнить их, то ничего как бы хорошего не получится, потому что вся мразь оживет. Да ты заебал, ты будешь атаковать, нет? Пидорас. Ну давай, блядь. Вот хрен-то, а. Блять, заебись. Я, честно, я пока вкурить не могу. В какой момент эта падла атакует один раз, так раз. Вот сейчас один раз почему-то. Раз. А, то есть если я рядом стою, то он атакует два раза, да? Да ты заебал, ты будешь атаковать, нет? Мудила. Так. О. Не вовремя, чувак, ты похиляться решил. Я ж тебя, блядь, за жопу-то тебе надеру. Тихо, тихо, тихо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пошел ты в жопу. Давай, иди сюда, родненький. Ну. Блин, вот как их... Как его
Интересно, можно пробить? Хуй там плавал, блядь. Приблуда. Тихо, тихо, тихо. Что за опять началось-то, ёпта? Давай, давай, иди сюда. Подходи, не стесняйся, уходи, не плачь. Нет, он, кстати, пробивает вот этот вот щит его. Правда, очень медленно. Но надо такое ощущение, что очень долго дрюкать. Блять, пидорас. Спокойно. Так, вот там эти. Ёбаный пиздец. Так, а куда мне здесь сдриснуть можно? Походу так-то вообще никуда. Ай! Тихо, тихо. Пошел в задницу. Сейчас я подлечусь чуточек. Блин, они меня достали уже эти. Так, второй. Блять, промазал. Блять! Пиздец, коту Ваське. Да иди ты в жопу! Мама! Нахер. Фух. Так, а они оба здесь и остались. Один пошел, бля. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нахрен, 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 давай, давай, давай. Блин, что-то я. Вообще, знаете, периодически так как-то не в дугу играю. Ну давай, иди сюда, бля. О, молодец, хорошо полетел. Кто стреляет? Ах ты, падла! Блять. Вообще ни хрена не нравится то, что эта сука сюда достреливает, блять. А, не знаю. Ой-ой-ой. Тут ты взялся-то, ёб твою мать. Мы чё с тобой? На брудершафт пили, что ты сюда так явился лихо. Так. Как бы мне этого хуесоса сюда приманить? Ага. Так, туда он ушел. Блять. Этот еще и сюда идет. Пошел ты в задницу. Так, сейчас я снаряжение сменю. Нет, нет, нет. Вот это вот. Уберу нахер. Так. Пошел ты в жопу. Блять, мне вообще не нравится то, что он ни хрена не нацеливается. Давай. Ну и что ты? Что ты не побежал, интересно? Блин, опять он. Блин, да ты заеб. Блин, он бы хоть. Я не знаю, пробежал, что ли, сюда. Так, ты меня, падла, достал. Блин, ну. Ура. Ну как? Блять, чувак, ты заманал. Давай, иди сюда, блядь. Пидорас. Так, фляга с эстусом. Последняя, кстати. Что дальше делать я? О-о-о. Иди сюда, блядь. Поднимайся. Он сюда не будет подниматься, да? Он будет только стоять и пулять, блин. Нет, не
мне это ни хрена не нравится. Пошел в жопу. Так, а второй там... Ага, второй тоже сюда подошел, да? Я не очень понимаю, где он находится. Напугал, блядь. Просто неебически. О-о-о, бежит. Херак, а он его, он этого своего не завалил, нет? Ой-ой-ой. Нет, не завалил, потому что это сука сюда пришла. Фух, отлично. Так, и как мне его сюда приманить? Иди сюда, блядь. Чё он не отреагировал-то? Ну, как вариант, конечно. Отлично. Ухайдакал, блядь. Грамотно, но только вот... А чё это с него ничего не выпало? А я не понял. Пиздец, вот это, блядь, сука. Вот это сука, а. Ой-ой-ой. Бомжара, блядь. Так, что-то пом... Выманивают они меня. Суки, блядь. Ну, давай. Ишь ты размахался-то. Какой, а? Пошел задницу. Пипец они тут, блядь. Машут своими конечностями, я... Нахер. Ой, блядь. Шо два, ёпта. Да. Ну да, двоих-то я завалил, а хули толку-то? Так, все, здесь больше никого, блядь, нету. Кстати, костерок бы вообще ни хера не помешал. Да пошел ты. Нахуй. Ублюдок. А то умные такие все. О, таинственный ключ. И хули он мне? Этот таинственный ключ. Вы бы хоть написали, для чего он, ёпс. А то тут, понимаешь, таинственных ключей, блин, понавалили. Хрен просышь, от... что от чего, ёпта. Пошел в задницу. Да, сгинь ты, ёпта. Так, там чё? Ну ты заебись вылез, конечно, чувак. Угу. Это куда-то на свободу с чистой совестью. А фляга с эстус у меня пустая. Ой, ну хули, пошли. Не знаю, правда, куда я сейчас пройду. А, это я на верхотуру попал. О-о-о. Так, тихонечко. Сейчас попытаюсь его со спины. Опа! Ёб твою... Охереть, зашибись, я повернулся просто как бог. Ёб твою мать, это ж надо было... Такую херню сотворить. Давай. Атакуй. Ну, блядь. Ай, блядь, вот тварь. Так, а мне вот интересно, я сейчас пойду от того костра и, да, собственно, где... Да, все живые, вот только вопрос-то в чем, что... Фляга с эстус. Блять, пошла нахер. Я тут по-прежнему воюю с мухами огребанными. Помидоры ему
помидорами всем в очко. Так, что здесь? Раз, блядь. Угу. Да. Какие мы грозные, чувак, блядь. Давай, иди сюда, блядь. Ну, бля, давай, подходи, ёпта. Ну. И хули. Блядь! Фу. Как это он меня прошиб, интересно. Ну. Иди сюда, блин. Блять. Ну, вот это, кстати, западло, что он сюда не идет. Ебать меня, да что ж такое-то, господи. Ну, иди сюда-то, выходи, ёпта. Пиздец, блядь. Он принципиально, походу, сюда не идет, блядь, сейчас я его нахуй столкну к хуям. Отлично, отлично. Пошел в задницу. Ты чё, жив, что ли, остался, блядь? Ура. Так, этого, конечно, я уконтрапупил, только... Блядь. Пошёл нахер. Так, там ещё одна. Ещё одна. Крыса, блядь. Охуенно. Падла. Падла. Ладно, хрен с ним. Как говорится, чуть-чуть не считается. Так вот, факел возвисает. Вроде меня отравила, но она отравила как-то, знаете, так, не полностью. То есть оставила мне некоторый шанс. Да пошел ты. Нахуй пошел. Так, это... Так, я отсюда пришел, да? А вот там что? Если тут вообще что-то нет. А ни хуринашеньки тут нету. Хуй, ёпта. Я помню здесь. С правой стороны вон он. Родненький. Стоит, понимаешь. Ну давай. Блять. Сие я был неправ немножко. Подходи, не стесняйся. Уходи, не плачь, пидор. Блять, они еще вдвоем, что ли, ёпта. Блять! Сука, да ты заебал нахуй. Ублюдина ебаная, блин, охренеть вообще. Я просто на этих, знаете, на этих мобах гребаных, блять, столько жизней трачу, что пиздец вообще. Нахуй, на тебя, блять. Да. Ага. Все, намахался, блядь, пошел в задницу. Давайте. Как страшно, блядь. Нахер тебя посылаю. Так, ладно, пошел я вниз. Здесь бомжи тусуются. Ага, да. Помню я вас, ублюдков. Нахер пошел. Эти два готовы. Следующие, подходи. Блять, заебись я. Просто. Я просто гений, сука. Так лохануться. Блять. Да иди ты в задницу. Нахер. Все, намахался, блядь. Все. Ой, ну что, последние две фляжки. И пошли дальше. В места не столь отдаленные, где меня сейчас отдрючат и все такое. Да. Нахер пошел, мудил.
А до следующего костра здесь, мягко говоря, до хренища. Блять, у вас что тут двое-то откуда? Мне ни хрена не нравится, что их тут... Что они тут по двое шлындают, блять, падлы. А я, значит, разбирайся с ними, да? Ж какие умные, блять. Хитро вышморганные пидорасы, блять. Так, здесь у нас чё? Здесь у нас... Ой, ёпт. Очередной этот... Машет... Ручками своими, блять, пиздец. Ну я не знаю. Нахер! Пошел! Мудила! Сраная! О! Как прям я в такт своим словесом, не столь любезным, высказал ему свои. Посмотрим, есть ли там кто. Ха-ха-ха! Есть, конечно, как же и на. О! Блять. Хуеплет. Хуи плетет, ну давай. Угу. Ох ты, сука. Нет. Чувак, хиляться ты не будешь. То есть это с рапирой, что ли, который тут ходит, или как? Тихо, тихо, тихо. Не пыскать! Не пыскать! Пошел ты. Да-да-да-да. Ну-ну-ну, давай, блин. Получи, блядь. Получи еще, сука. Получи. Получи, блядь. Да ты заебал. Пиздец. Сейчас человечность жрать начнем, хуля. Ты заебал, блядь. Нахер. Фух, так, осколок титанита, это, конечно, все прекрасно, но мне, блядь, что теперь делать с жизнями, я не знаю, честно. Так, здесь никого. Туда я вот в ту сторону-то не пошел. Не знаю, поступил ли я верно или нет. Так. Чуть не через этот мостик не очень охота идти, если честно. Ну ладно, хер с ним, давай. Давайте жрать человечность, что еще остается, собственно, делать-то. О, блядь. Тихо, тихо. Ты главное стой, стой, вот так как стоишь. Блядь. Вот чуть-чуть же мог бы сейчас оглаушить эту ключ от подвала. Так, что, дверку открыть или не открыть? Открыть. Открыть. Однозначно открыть. Там, конечно, сейчас вражина вылезет. Но я, честно говоря, просто не хочу. А, пошли вы нахуй. Я, честно говоря, просто не очень хочу потом еще раз бежать. А бежать здесь, блин, до задницы. Ух ты, ё. Алибардушка. А как она у нас в плане тяжести? Ну, в плане тяжести-то да, она у нас, конечно. Сейчас посмотрим, насколько у меня уебищный кувырок стал. Да нет, в принципе. Как был, так и остался. Ёпта. Так. Да-да-да. Давай, замахивайся. Оп. Угу. Угу. Ой-ой-ой. Так. Тихо. Оп. Один кирдыкнулся. Второй подходи. Бежит, по-моему, мне. Или показалось мне. Блять. Да ну нацелься же ты на него, ёб твою мать. Так, ну с алебардой, да, с алебардой я тут все-таки. Может быть, смогу что-то сотворить. Ой-ой-ой. Нет, мне нужно, чтобы он сильный удар нанес вот такой вот, да. Оп. Чтобы его, так сказать, на противоходе
ловить. Вот так. Он раз, оба, и еще разок. Давай, давай, давай. Оп. Оп. Ох, ёпта. Ну ладно. Это, в принципе, было не столь страшно. Так, здесь, по-моему, еще один. Ну, знаете, когда смотришь чужой летсплей, в принципе, помогает потом в прохождении. Угу. Хуесос с рапирой, блин. Ну давай, блядь, атакуй. Еще один, что ли? Ну давай, ну. Оп, оп. Оп. Ха-ха-ха. Поймал, сучара. Так, а вот там спереди стоит урод. Это я прекрасно вижу. Мне туда что-то... Вообще нихуя не охота. Его, конечно, можно выманить назад. Побежали. Да пошел ты в жопу. Да хуй. Хуюшки, хуюшки. Ой-ой-ой. Блять. О-о-о. Не, нахрен, я его лучше обратно выманю. Пусть он вот туда на площадочку идет. Это что-то мне такое хреново туча такая врагов. Вообще ни хрена не обнадеживает. О, бежит. Фу, ну чё, попытаюсь его завалить. Да-да-да. Ой, долгая битва предстоит нам. Давай-давай-давай. Бей. Оба. Еще разочек. Ага, хуй тебе. Ну давай. Оп. Оба! Та-та-та-та-та. Пошел ты нахуй. Главное, чтобы, как говорится, с тылу никто не подошел, а то зело обидно будет. Оба. Давай, 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 бей. Интересно, если вот я его загашу и потом, как бы, ну, проиграю вот в этом месте, то что будет? О-о-о, блядь. Хиляться, сука, вздумал. Блядь, не успел я ему сбить по хилку. Ёбаный врод. Ну-ну-ну. Ох, какой... Ой, какой ты грозный. Не, кстати, чувак-то сильный, в принципе. Бьет-то так, мягко говоря, не слабо. Но, блядь... Ну, чё? Опять он свою хуйню устроил, блядь. Да-да-да. Ты давай это самое. Своё... О, молодец. Як же ж ты умный. Ага. Все. В пизду покрошил ублюдка. Осколок титанита просто. Ёб твою мать. Так, человечность. Ой, извините. Так, ну мне вообще по-хорошему добраться бы до какого-нибудь места. Во, блядь. Тихо, тихо, тихо. Пошел ты нахер. Нахер пошел. Блять. В пизду. Да цепись ты, блять. Вот цель-то прихватил за собой, блин. И давай его дрюкать теперь. Так, еще мне надо. Так, они идут. Идут. Молодцы. Молодцы, что идут. Очередную, блять. Эту самую. Ёптвое. Ишь, как страшно. О, да-да-да. Проблевон защита, ну, уважаемый. Блин, опять этот доспех полого солдата, который... Дерьмо вообще просто редкое так. Чё? Ты там мне главное этого... Пидораса, не оживи, блядь.
Ого. Блять, ну ты дубина, а. Здесь никого. Ай, блядь, здесь-то никого. Вот. Куда мне дальше идти? Так, это оттуда я пришел. Куда мне дальше идти? Вот это вопрос. Довольно-таки хороший. Я, кстати, не знаю, прямо мне или вот направо куда-то тут. А, здесь направо-то ни хрена нету. Так, а как бы мне вот того пидораса, который наверху сидит, у контрапупить? Душа хранительница огня, нихуя себе. О! Это я, походу, удачно зашел. То есть это вот как раз ведет на верхотуру, вот к тому. Ёб твою мать. Да пошел ты в жопу. Давай. Давай здесь потанцуем. Ага. Ой-ой-ой. Ну, атакуй. Ну, а еще раз. Так, хорошо, сбил ему атаку. Ну, давай. Так, он. То есть он атакует, в принципе, два раза, да, вот так вот. Сейчас смотрите. Раз. Раз. Блять, не достаю. Не достаю. Пошел нахуй. Нахуй пошел. Нахуй пошел. Так. Ну давай, блядь. Ну ты член-то, а? Ах ты, сука. Не-не-не. Это уже, уважаемый, у тебя не прокатит. Так, что за балдерские наручи? О! Кстати, значительно лучше. Хотя нет, не значительно, ни хрена. Сейчас посмотрим. Ну, защита от магии молнии, с одной стороны, но с другой беру. Ух ты. Кстати, мне кажется, или я... Так, где-то здесь этот маг ёбаный стоит. Ой, блядь. Нахер, нахер, нахер. До свидания, до свидания. Так, так, так. Блять, ну ты чё, дурак? Тихо, тихо, тихо. Знаете, преимущество этой алебарды в том, что я ее хорошо очень... Ёб твою мать. В жопу. А, в жопу. Блять, этот урод вниз пришел, ёпта. Да пошел ты в задницу. Нихера себе, сказал я себе так. Человечности подзакусим, а то там... Нихера вас там, ёб твою мать. Так, ну, в общем, с ними биться ровно до того момента, пока сюда этот маг сраный не придет. Мне хорошо, что я их, знаете, на... Да ёпта, что, совсем ебанутый, блядь. Ты чё, дурак, блядь? Перенацелься сюда, ты ёпт. Давай, давай. Отлично. Тихо, тихо, тихо. Замахнулись, замахнулись. Угу. Пошел нахуй. Да, да, да. Так, ну чё, этих-то я завалил быстро, но там вот эта паскуда ходит. Ходит, бродит и танцует. Пидорасина кривая, блядь, где он есть? Блядь. Как бы... Ёбаный контрацептив. Пошел! Нахер! Нахер пошел! Фу! Ха-ха-ха-ха!
Как я его красиво порубцал просто, блядь, как бог, ёпта. Хрен кто что со мной сможет сделать. Ну, окромя, конечно, очередного какого-нибудь рогатого ублюдка, который порвет мне жопу просто на счет раз, два, три, блядь. А может и просто на счет раз. О. Кстати, там что-то возлегает какая-то херовинка. А здесь можно пройти? То есть это я здесь, да, лоханулся, не подойдя сюда. Большая душа безымянного солдата. Что, кстати, дают вот эти большие души безымянных солдат? Если я ее употреблю, что со мной будет? Не превращусь ли я в одного из этих злостных пидорасов? Так. О, блять. Чё-то мне туда неохота ни хера. Пойду-ка я сначала посмотрю. Там вот еще одно место было, куда можно сходить. Где-то там какие-то развалины или что-то там, короче. Короче, я на самом деле до сих пор в поисках этого самого, блин. Я очень надеюсь, кстати, найти... А, кстати, подождите. А вот туда, если пройти, то тут что? О, ёпт. Еще один. Да ты заебал. Ну, давай. Оп. А что, только один раз? Раз. Два. Оба. Раз. Ой-ой-ой. Ну, атакуй. Раз. Блять, сука. Давай своим двойным. Вот. Оп. Выходи. Я тоже могу так, ёпт. Ты не думаешь, что тут ты один такой свежезадроченный, блядь. Оба! 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 Ой-ой-ой. Не, ну ты там, если похиляться решил, то ты... Ох, ёпта. Ай-яй-яй! Блядь! Фу, сука. Да хуй тебе. Не успеешь уже. Так, из него. И как всегда, из него, конечно, ни черта не выпало, блядь. Я-то очень, кстати, как бы надеялся, что из него хоть что-то-то выпадет, а. Твою мана-мана. Так, а это куда? Мне бы вообще... Ты, блядь, кто такой? Что? Ты все еще человек? Тогда мне повезло. Помоги мне, пожалуйста. Да сюда. Как видишь, без посторонней помощи мне не выбраться. И что? Его выпускать? Да, заебись. Чего я сюда приходил? Чтобы этого членососа выпустить, блин. Кто это такой-то хоть, елки, какой-то? В золотой кольчуге. Харен моржовый. Это что это? И фигли. Бля, я-то думал, там хоть что-то будет. Не, кстати, вот алебарда мне реально по душе. Не знаю, считается она хорошим оружием или там чё, блин, это самое. Знаете, как бывают люди такие душные, которые начинают тебя... Посмотрят какой-нибудь ролик и начинают там, о, а ты здесь вот не так проходил, а здесь надо было вот так вот, блядь. Знаешь, надо было, ёпта, сам, блядь, сядь, поиграй, нахуй умный такой. Не, ну, большинство-то из них, конечно, играло, но только... Весь вопрос в том, что... Блять, сука, дайте мне эту самую. Костер мне нужен, ёпта. Чё ж мне делать-то, блядь? Чё это? Чё это? Чё за звуки-то, а? Страшные звуки-то, а? Сейчас как, блядь, выбежит какая. О, костер, ёб твою мать, ура. Фу, ну ладно, в общем, я думаю, сейчас... Раскидая очки опыта, на чем, в общем-то, можно будет закончить. Так.
А очков опыт у меня до хера. Так, 18. Так, оружие правое. Сопротив... Выносливость однозначно, блядь. А, да-да-да. Кахуюшеньки. Так, ученость. Сила. Ну, силу пока оставлю. Значит, в таком случае ловкость она что дает? А, загруженность. Угу. Так, тогда в таком случае выносливость. И здоровушку. А богатырскую, так сказать, прокачаем, чтобы... Чтоб вообще. О, все. Сохранился. На чем можно выходить, я так думаю. Вот, спасибо за внимание. Кто смотрел, кому понравилось, что-нибудь пишите. Ставьте там свои эти лайки, дизлайки, что-нибудь. Вот, ну и, собственно, всем пока. До новых встреч в следующей серии. Пока.